Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Илья, и сегодня мы поиграем в Кубок Динамо. Влад микрофон, который дает ужасный, просто ужасный звук, но, как бы, все равно немножко меня спасает. Под данными видеороликами. Секретная камера. Я специально сделал такой взгляд, потому что она очень тёплая. Или лучше надо было поярче. Ой, почему? Так, все, ребят. А вы что думали, я в светлой тени буду бегать в кожаной части? Нет, нет, нет. Фонарик, я вижу фонарик, ребята, смотрите, фонарик. У меня не получится, как в первый раз. Да, это уже, не знаю, какой дубль. Пульт подобрал. Как-то светло становится. Да, вот фонарь. Вот фонарь, отлично, 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 раз есть фонарь. Это все вообще отлично. Нет ли в этой части? Ой-ой-ой, я нашел! Нет, нет, нет! Как его развидеть здесь? Как его здесь развидеть, ребята? Как? Как его здесь развидеть? Это весь часть. А такой дом доступен только на Альфе 2 и Альфе 3. Я сейчас на Альфе 3. Да что это из-за... А! Генераторский, генераторский, генератор. Смотрите, генератор. Это реально генератор какой-то. Это реально какой-то генератор. Реально генератор, ага. А он, а у него нету даже кабеля. Куда? Куда он должен идти? Да. Куда? Ой-ой-ой-ой-ой! Йо. Видимо. Туда, туда и бежим, 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 бежим. Какая светлая, какая красивая свет. Ой, ё-моё, сестре. Это просто фигурка. Светлая, тутенькая комната. Ну, такая страшная. Какой-то светом загадочный. Сосед со своими ботинками проклятыми. Там отсвечивает сильно, лома, наверное, чё. А телевизор почему в эту сторону повернут? Лестница. Чтобы я туда пробрал. Эй, сосед, пусти. Давайте. Давайте бутафорная. Залезть под нее не могу и взять. Бутылка. Лестница. Так, чё, в конце? Ой, мамочки. Где я? Вот здесь как бы комната и лестница там. А, я что это было? Я провалился. Он лишний, он сюда прибежал. Никогда в этой части, видимо, нет. Какая уютная комнатка! Капец! Вот котечка! Смотрите, какая-то батарея! Можно диванчик сесть. Креслица есть! Все есть! Холодильничек! Молоток! Как все здесь красиво! Стул какой умный! Вау! Вообще супер-пупер-мега-пупер! Все вообще класс! Вообще! Как обычно! Таких подкладки! Блин, куда я иду? Блин, слышу!
фонарем. Это как понять? Это как понять? Это та самая дверца, о которой я вначале или когда там говорил. А нет, я вообще не говорил, а я ее знал. Где сосед? Валк, валк, и... И лечу туда. Открывается. Это нет. Кстати, где сосед? Где сосед? Где сосед? Да господи, не хочет что-то залазить. Но я хочу нарекать к читам по такой. Тогда-то я сюда и свалился. Там вдалеке, значит, кухня. А что, зачем эта комната вообще нужна тогда? Здесь просто каменная стена. Я на меня дерюсь! Комната еще какая? Ребята, я видел там медный ключ. Вы, наверное, плохо слышали, у меня микрофон куда-то уехал просто. Капец, медный ключ, медный ключ. Стоп. Стоп. Да как понять? Вот этот ключ. Где я оказался? Напишу. Жанима! Нет, здесь еще должно быть огромное прям. А, нет, это альфа верх. Какое-то ведро. Альфа второй, ой, альфа третий, наверное. Нету. Я вижу какой-то свет. Это регенератор. Что, 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 что? Что он откроет? Что он откроет? Что он откроет? Ничего, да, ничего он мне не откроет. Или что-то все-таки откроет?
рабочее видео. Точно, точно, точно. Это же версия, которая не представлена официально. Стульчик. Фонарик пока открыт. Ага, фонарик-то я отложил. А где он? Открыто! Эх, ребят! Эх! Ай, кто? Костяк меня догоняет! Догнал! Сто раз уже догнал. Это старая комната, мы здесь уже ходяки. О, фейерверк! Давайте, подавайте. Светло, светло, как светло. Вот это я понимаю. Хоррор-версия. Еще бы немножко похоррорнее сделать. О, вот есть я, кстати, ворошите. Газонокосилка. Все. А что мы можем купить? Эх. Ключ. Извини, но мне ружье нужнее. Так, где газонокосилка моя? Бежим за газонокосилкой! Кстати, как сумел, он сюда может в любую секунду прибежать, потому что это сосед. Господи! Сосед, не надо меня так пугать. Там какая-то была комната. Все, что? Капец, ребята, пипец полнейший. Пипец, даже бы я сказал. Пипу! Это реально сделано вот так вот. Это, наверное, подкид сделан. Значит, такая же колонна есть. Она очень это. Ой-ой-ой, фонарик, 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 фонарик. Так, все, ребята, я залез туда, ничего не знаю, извините за использование часов. Уютненько, смотрите, получается, печка открывает. Фонарик нет! Да, надо топить печку. Топить, топить надо, топить. Давай, давай, надо найти Мишку. Мишку надо найти, Фредду. Первый Альфе указано, если найдешь Мишку, Мишечного, ну это Фредду, то его надо сжечь в камине. Почему не нажимается? Так, минут. Так, с вашего позволения, ребята, я использую команду. Команду, команду, команду под названием вал, ой, хоз. А вот это что, у нас получается электрообогреватель, да? Да. Вот, надо вот как-то вот на этот рычаг нажать, и она быстрее вверх поднимется. Но эта часть недоработанная, чё? В принципе, а чё вы хотели? Хорошо, команду балк. Вас сюда честным путем залез. Табличка. 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 Я могу взять табличку, ребята, это какой-то новый объект. Это вообще какой-то новый объект, я раньше не мог брать табличку. В руки, в ноги. Такой фонарь. Точная копия. Только этот фонарь не светит. Это светит. Камера. Загадочная камера. Капкан, в который до всех прибежит. Удираю от него по этой пимпочке скользкой. Или не совсем скользкой. Сюда сейчас побежит. Капец, ребят, стрёмненько, стрёмненько. Это вам не... Не
тут вопрос, где ключ-карта? Куда девали мою ключ-карту? Куда ее девали? Просто свет светит здесь. Вы, наверное, больше моих криков боитесь. А у меня крики особенные. Валяется, зря тут. Ну ничего, конечно ничего. Чего, да ничего, вообще ничего. Вот, передняя часть, да, обляцовочная. Обляцовочная. Фух. Это яркий зну вот этот. Капец, ребята, капец, писец. Полный причем. Я бы даже сказал Пиец. А что я в слове пиец? Да, мужественное слово. Ничего. Здесь нас ожидает ту-ту-ту. Ничего! Вообще, просто ничего, ребята. Ладно, я хочу с вами попрощаться. Я желаю всем крепкого-прикрепкого здоровья. Всем удачи и всем пока-пока.